Спасибо. Но вы же хотели, чтобы я подошел к вам? Ой, вы странный, какой вы странный. Что? Вы же первые сказали «здравствуйте». Это все ерунда. Я все время хожу к Ване. Поесть. Угу. Ой, мне много пить нельзя, я сегодня улетаю. Ничего, я тоже улетаю. Правда, рейс задерживается. А вы куда? Я? Представляете, не могу вспомнить. Сейчас. Это ненадолго, на полминуты. Сейчас. Я вообще однажды забыла свое имя. Ну, вообще на минуту, на две. Но я так испугалась. Думала, что все. А у меня тоже как-то раз спросили номер моего телефона. И я его тоже забыл. Но одновременно я забыл и номер квартиры, и номер дома. Минуты на две, наверное. Угу. Вот вы шутите, а я, например, серьезно. Туда, обратно. Я вот иногда просыпаюсь в номере и не могу вспомнить, где же я. Хотя бы название города. Да вы что? Название приходит не сразу, постепенно. Вот я сейчас прилетела из одного города. Господи, боже мой. Такой некрасивый город попался. Мы там переночевали. Русский город хотя бы? Конечно, русский. Странно-то я еще различаю.